утро, мои дорогие. Вот решила я ранним утречком прогуляться по Черноморску. Людей еще нет, совсем не видно. Но сегодня воскресенье. Розочки маленькие какие. Вот и господи, мы попасенькие такие расцветают. Кто хочет, прогуляйтесь со мной. Вон какие-то цветочки тоже. Утречко, еще практически никого нет. Экскурсии. Все закрыто. Тюбетейка. Чебуречная. Сейчас посмотрим, что на пляже. Вот видите, как уже листья падают. Осень. Сколько. Да. Да, желающих с утра немного. Днем-то будет битком забито. С утра все-таки прохладненько. Но вот сейчас солнышко уже поднимается. Уже не так, как было утром. Вот так вот, утречком рано. Хорошо прогуляться. Народу нет никого. Ой, а вот почему-то зимой очень грустно ходить по пустому променаду. Это вот дом вверх дном, новый, который открылся не так давно. Фонтан не работает. Ничего не работает с утра. Розочки желтенькие, и розовенькие, и бордовые. Представляете, какое дерево было? В длину 2 метра, наверное, а может и больше, корень. Тишина такая, одни цикады только. И люди редко попадаются. Желтые. Красные. Мне писали девочки, как они называются. Но я, конечно, не записала и не помню.
Ну вот мы и прогулялись с вами по утреннему Черноморску. Потихоньку начали люди появляться. Поселок просыпается. Всем желаю вот такого утра, тихого, спокойного, зеленого, цветущего. Скоро все это закончится. Скоро осень, все облетит, будет мокро и грустно. Уже цветает все. Утренний мацион. Что ты испугалась-то? Да ну, я ж тебя не трону, не бойся. Да, вот так вот. Вот так какая, вот так какая. Марина какую-то прессу покупает. Можно посмотреть? Что ты тут нашла? Карту Крыма? Ой, ну вот тут везде разыщут. Тут в этом Крыму спрятаться негде. Я как бы ушла тихонечко. Стою в сторонке. Нет. Вот вам, пожалуйста. Вам автомобильный дорог? Знаете, какую красоту я купила. Автомобильная женщина вам спрашивает? Да, да. Петра и Феврони. Подарок. Да, карта вот эта 80, да? Намоленная. Со стеночки храма сняли последнюю. И факты дайте. Да. Это где можно? Календарь. Вот это? Да, вот это вот еще. Спасибо. Календарь. Деревянный. Наверное, вот. Мне тоже всегда интересно, когда отвечают. Я вам скажу. Вот скажите. Как мне? Да. Вот как мне. Мне что при Украине жилось, что при России. Одинаково абсолютно. Что оттаскивать, что подтаскивать. Вот. Все понятно. Абсолютно. Ну, по крайней мере, не хуже, и то, слава богу. Вы знаете, как я вам хочу сказать, что сейчас как-то больше неопределенности. Мы тогда были уже как... За столько время определились. Понимаете, нет. Мы тогда жили... Вот, только начали жить. Только начали... Вот наш поселок начал развиваться так хорошо. В Украине. Ну сразу не будет. Ну начнем с того, вся страна уж не особо подъемит сидит. Так, вы же не хуже других, мы все, нам всем тяжело, но здорово. Нет, я ничего не, я не говорю. Не, я тоже не. Мне просто частное мнение было интересно. Для моей семьи, да, практически ничего не изменилось. Практически ничего не изменилось. Вот мы как жили вот так вот, размеренно, вот так мы ну, и живем. Я вам желаю подъема вашей семье и всей нашей стране, и нам всем. Всего доброго. Ну, да. Мы никогда на жизнь не жаловались, мы привыкли сами зарабатывать. Молодцы. До свидания. Сейчас, смотри. Включит у тебя. Да я знаю, у меня. А я в дверь ломлюсь, да. Как дура. Видишь, я тебе сколько съемок организовываю. Да. Смотрите, какой звон колокола. Сказка.